Друзья, всем огромный привет! Сегодня поработаем вот с такой вот газовой горелочкой. Она уже прослужила свой срок. Я при помощи нее заправлял пустые газовые баллончики. Собака немножко погрызла. Ну вот решил с нее, в общем, сделать сегодня самоделку. Давайте посмотрим ролик. Вам всем приятного просмотра. Поехали! Для нашей идеи нам понадобится полная банка сгущенного молока. Закрытая, запечатанная. Сверлить ничего пока не буду. Сделаю сейчас посередине открывашка и отверстие. Возьму баночку, потому что это молочко можно будет потом использовать дома по назначению. Поставлю и пускай оно стекает. Процесс пошел, пускай стекает. Пока уберем ее в стороночку. Также мне пригодится медная трубка. У меня она такая вот старенькая, восьмерка или десятка. Наверное, десятка наружка. Она уже гнутая, вся перегнутая. Не буду я ее засыпать песком, чтобы был ровный угол 90 градусов. Без всяких переломов. Попробую потихонечку при помощи пальца загнуть. Ну вот, примерно так. Ничего страшного, перегиб нам не страшен. Сейчас лишнее здесь отрежем. Также понадобится силиконовый шланг. В данном случае, наверное, шестерка. Но он идеально будет заходить к нам вот сюда. Вот сюда. По резьбе закрутим. Надо сейчас взять синюю изоленту, а то точно работать не будет. А второй край будем вставлять вовнутрь. Он хорошо встал, заходит. Делаем с вами горелку и будем, как инжектор, использовать обычную иглу. Край откусываем. И край обточим об напильничек, потому что здесь загнут. Вот такой вот инжектор, который у нас встанет в трубочку. Вот таким вот образом. И будет вставляться и зажиматься, получается, за счет того, что мы туда вставляем. Друзья, у меня будет к вам огромная просьба поддержать меня, проголосовать, оставить свой голос. В этом году пройдет очередная премия «Лучший диблогер». Я номинирован в номинации «Самоделки и лайфхаки». Так что прошу вас поддержать. Вас это займет немного времени. Там вы найдете другие номинации. Также можете проголосовать за любимых вам, которые снимают другой контент. Но я же прошу все-таки проголосовать за меня. Так что поддержите, пожалуйста, лайком. Победит, конечно, лучший. Так что голосуем правильно. То есть за меня. На трубочке маленьким сверлышком просверлил 3 отверстия. Сейчас будем расширять потихонечку. Сначала на 4, а потом побольше. При помощи надфиля убираю внутренние заусенцы и снаружи уберу. Конечно, трубка кривая, и получилось не очень красиво. Но, тем не менее, будем пробовать, чтобы главное работало. Ну, в принципе, можно ставить вовнутрь. И получается, он у нас сейчас вот здесь должен, по идее, появиться, показаться. Давайте попробуем. О. Это не на всю мощь задует сейчас. Вот это пламя. Видите, на всю мощность открываешь, задувает. Ну, зато видно, что работает. Тут все холодное, ничего не нагревается. Прям шикарно. Главное, вот здесь надо будет чем-то закрепить. Здесь решил проверить новомодный способ, который на YouTube сейчас показывают. Сейчас при помощи капроновой нитки замотаем. Теперь при помощи клея зальем. Ну, реально она такая. В этом месте перегибаться не будет и вытаскиваться не будет. С стороны я просто замотаю изоленту, потому что мне горелка может пригодиться для заправки баллончика. К моему сожалению, синюю не нашел изоленту, но буду использовать полосатую, земляную. Шланг, как видите, наверное, метровый, чуть больше метра. Тем временем наше молочко вытекло, пришлось маленькую дырочку сделать сверху. Сверлить ничего не стал, потому что молоко можно использовать. А я сейчас пойду промою баночку и вернусь к вам. Баночку помыл, все чистенько, сухенько. Также пригодятся 6 уголков. Остались у меня после пристройки. 3 подлиннее у меня таких. И 3 вот таких. Один я уже немножко подсогнул, чтобы можно было вот так вот нам закрепить. Сейчас все так же сделаем. Приблизительно выставил 3 уголка, чтобы были одинаково разделены на 3 части. Намечу и сделаю отверстие. И сажаю это все на клепочки. Такая вот конструкция. Вручную на глаз раздела разметочку. Ну и приблизительно, опять же, все на просто на взгляд свой. Сейчас буду делать отверстие сначала вот так вот. Через одну сначала сделаю. Отверстие где-то 2 мм. Следующее отверстие отступлю немножко вовнутрь.
В общем, получилось как-то вот так вот. Поторопился я уголки поставить, пришлось их немножко переделать. Показалось мне, что будет так покрепче. Переставил их на 4 клепочки. И вот допаиваю сейчас, хорошо все паял. Здесь просверлил отверстие, чтобы трубочка проходила здесь и был больше упор. Так, друзья, ну что, давайте попробуем. Я, в общем, немножко еще отверстие побольше сделал и рассверлил их на 2,5 мм. Сейчас открываю. Это вот на малюсеньком огне. Дырки боковые сверлом профигачил. Давайте попробуем литрушечку водички закипятим. Даже можно газ поменьше сделать. Вода закипает моментом, уже начало, 2 минуты прям даже не прошло. Закипает моментом, причем на маленьком огне можно, конечно, и добавить. Ой, убавил. Как видите, моментом. На ваших прям глазах. Да, это такая походный вариант, потому что все-таки коптит. Но зато я уже даже в помещении жарко стало. Попробую немножко еще отверстие сделать. Но это пробный вариант. О, уже получше. Шикардос. И светло, и вон. Пламя какое. Вот дырочки, вот видишь, есть небольшие. Под пробил самым этим сверлом. Так шикарно. Не жарко так помещение стало. Друзья, помните, в прошлом ролике делал вот такой вот для свечки, чтобы можно было обогреваться. Сейчас попробую, поставлю ее вот сюда, зажгу и посмотрю, какую температуру по итогу нам выдаст. Здесь прям догорание по бокам идет газа. Что будет, какую температуру выдаст радиатор этот? Уже 200. О, 240, 220 градусов. То есть вы представляете, какая температура горения? На маленьком-маленьком огне. Вот тут такой неимоверный жар. Наверху 220 градусов. Это на самом маленьком огне. О, уже 300. То есть, представляете, какую температуру выдает печь. Аж алюминий поплавился внутри. Ага, для такой печи она не подходит. Она, смотрите, алюминий сгорел. На маленьком огне держал. О, в труху превратился, расплавился алюминий. Офигеть, офигеть. Посмотрите, что стало. Как вариант, очень даже интересный. На рыбалочку можно всегда с собой взять шланг и такую трубочку. Все, место не занимает. Мобильная. Шикардос. Друзья, у нас с вами получился такой вот небольшой ролик. Никого не заставляю, никого не учу, что нужно это делать и надо это делать. Просто показал как вариант. Для рыбалки, для охоты можно смело сделать, но на улице. Для приготовления еды, там чайку, приготовить покушать можно смело сделать. Потому что делается недолго, затрат минимум и быстро. Вот, если вам понравился ролик, обязательно палец вверх, пишите ваше мнение. Вам желаю крепкого-крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока.